ангел, дьявол, что они чувствуют, когда делают зло или вообще не думают. Радоваться — это временная мания, присущая лишь человеку. Чтобы зло вызывало настоящую радость, должен возобновиться хаос. Во сладость! Оу, оу! Нет молодых людей при моральной разрухе. 20-летние старики и старухи устало бродят, обдумывая планы жизни. Насмехаясь над чувствами на пороге смерти. Глупость, доминирующее качество, толкающее мудрость в ребячество. Богатство играет лишь роль зеркала, отражение натура в виде масс-сигала. Oh, yeah. Преимущество богатства в том, что оно удаляет чужие несчастья от нашего внимания. Впечатляет! Злой, как лев, вероломный, как змея, алчный, как волк. Напарник пожимает руку другу и дает ему в долг. А за спиной, мешая своего друга с грязью,